то, что боевикам ДАИШ, радикальных джихадистов, в два раза сократили зарплату, это, конечно, большой успех России. И я думаю, что в 2016 году ДАИШ, как такая мощная военная сила, вообще исчезнет практически. Произойдет примерно следующее. Процентов 15 этого ДАИШ будет разгромлено, уничтожено сирийскими, и иракскими, и курдскими вооруженными силами, тем, кто против них реально воюет. Процентов 50 просто разбежится. Если зарплаты нет, зачем тогда им там воевать? Там убежденных исламистов тоже не так много. Процентов 10 останется в качестве этого ДАИШ, но где-то глубоко в пустыне, будут там бегать, и будут только всем выгодно продолжать воевать против этого ДАИШ многие годы. Но они уже не будут себя. И процентов 20, я думаю, переименуются в какие-то другие организации, либо разбежится по другим организациям. И я думаю, что важная, хорошая новость 2016 года будет то, что вот это ДАИШ ИГИЛ, оно исчезнет как главная военная угроза террористическая.